Еще один писатель предлагаемый фильм «Технологический эксперимент» для совместной работы с набором синхотроники является CMS-EU-SRF-05. Это оценочная плата ультразвукового дальномера на базе микроконтроллера X16F-630. Сенсор состоит из двух частей. Основной платы с ПИК-контроллером, двумя ультразвуковыми сенсорами и необходимой обвязкой, и интерфейсной платой с развитием стандарта IMS для соединения с остальными компонентами вашего робота. Дальность действия сонара EU-SRF-05 составляет от 1 см до 4 метров. Напряжение питания 5 вольт, и точка потребления 4 мА. Частота излучения до 40 кГц. К особенности данного ультразвукового динамика можно отнести то, что он может работать в двух режимах. Один канал в посылку и ответ, или отдельные каналы. Дополнительным преимуществом можно также отнести малый вес и габарит. Конечно же, применение дальномера EU-SRF-05 не ограничивается набором микротроники от инновационного. Возможным областями применения являются системы промышленной автоматики, учебные лаборатории, автомобильные системы подходов, системы общих назначений, а также ваши собственные автомобили.